Всероссийский день физкультурника в районе обязательно проводит спортивный праздник. Это время подвести итоги сезона и отметить лучших спортсменов и тренеров. Я горжусь тем, что вы, ребята, в 2019 году показали, на что вы способны. Успехов и новых побед, ребята! С праздником всех! Этим летом сборная района стала лучшей среди 30 команд области. Она заняла первое место на 9-й летней спартакиаде муниципальных образований. Кстати, эти соревнования стали финальными для спортивной семьи Захаровых. Сын Игорь вырос, и теперь наши спортсмены не проходят по возрасту. И, естественно, мы хотели бы передать эстафету тем семьям, которые готовы это принимать. Это семья Моисеевых. В будущем планирует наша дочь выступать своей семьей. У нее двое детей. И надеемся, наш пример станет примером для многих семей нашего района. Глава района лично выразил благодарность участникам нашей сборной. Например, Николай Москвин успешно конкурирует с молодыми спортсменами. Прекрасно тянет гирю, бежит эстафету, косит траву и даже занимается медвежьей борьбой. Я, наверное, за свою жизнь 100 грамм не выпил, ни одной сигареты не выкурил. Но стараюсь как-то вести правильный образ жизни, режим дня, режим питания соблюдать. Ну вот так-то я не знаю, но в этом, наверное, батя воспитывал. В детстве как-то заставлял вот это сено лет с 12 косить. Впереди себя опустит, давай, сыночек, надо косить. Сегодня награждают победителей призеров комплексной спартакиады муниципальных образований района, а также победителей летнего фестиваля ГТО. Примечательно, что бурмистровская команда на протяжении нескольких лет держит лидерство, сдавая нормы ГТО. В этом году хочет побороться за призовое место и на самой спартакиаде муниципальных образований. Мы вот собираем, как говорится, в кулак всю свою волю и бежим. Побеждать всегда приятно. Благодарственными письмами и почетными грамотами Министерства физической культуры и спорта области сегодня награждают тренеров и ветеранов спорта. Насколько хватит нас, насколько хватит здоровья, будем работать. Кто сегодня с нами, продолжать в том же духе и улучшать свои результаты. Кого сегодня в нашей команде еще спортсменов нет, вступайте в наши ряды, поскольку вы видите, спортсмены из Кикимского района звучат не только здесь, в области, но и на всероссийских и международных соревнованиях. Праздничная программа дня насыщена спортивными мероприятиями. Выбрать можно любой вид по душе. Вместе с тем, каждый житель района может сдать нормативы комплекса ГТО. День для этого самый подходящий.